Поехали. Всем привет, с вами Илья Карифан. И на фоне легендарный дядя Вова. На фоне здания, которое он поставил на ноги. Давай сейчас. Это церковь. Суть не в том, что легендарный, или суть не в том, что фон. Есть такая идея. В этом месяце произошла значимая дата. Дядя Вова подписался на Facebook и будет праздновать один год подписки на Facebook. Поэтому мы хотим со всеми иммигрантами, кого в течение года дядя Вова подписал, кто у него жил и кто кушал супчик дежурный. Мы хотим в эту субботу, 20 августа, в 5:30 начало, к 5:30 вечера, а в 6 часов будет начало, собраться все иммигранты. Цель сбора, цель общения – прославить Бога за то, что мы все в этой стране. Ты себя не убирай так, вот здесь. А я при чем? Первый вопрос. И причина, то, что один год дядя Вова на Фейсбуке, поэтому как бы будем праздновать эту годовщину. И последствия этого, то, что дядя Вова один год на Фейсбуке, около 500 семей мне пришлось выступить в поручительство. А можно их назвать 500 жертв? Нет, 500 жертв нельзя, потому что это все-таки, как, жертва, если они придут, потом они будут жертва поедания плова. Поэтому я думаю, что, как говорят в славянском народе, мы путь соли съели с человеком, измеряется человек. Мне нравится, в кавказских народах говорят, мы с ним хлеб ели, поэтому мы хотим иммигранты собраться. Если вы имеете желание просто поблагодарить Бога за то, что мы в этой стране. Мне Бог дал милости, я уже 34-й год, как выехал из СССР. Можно сказать, один из мамонтов. И мы хотим просто собраться и поблагодарить Бога. 45 минут у нас будет прославление Бога, общение, пение, а потом будет ужин. Будет традиционный плов. Плов будет нейтральный, потому что у нас украинцы не любят, мы не любим баранину, мусульмане не любят свинину, нельзя им есть свинину, поэтому будет у нас нейтральный плов из курицы. А, это правда? Вы вчера, то есть вы забили там пол своего фермы? Нет, этих курей я не отдам на плов. Мы плов, мясо будем покупать в магазине, в Костко. А кто спонсор это? Тетя Лена с Деревовой. То есть вот для вас это будет бесплатно. Знаете, как я слышал одну рекламу? Слушайте русского радио, она вам пока ничего не стоит. Да, есть такая. Поэтому... Так, вы представляете, что вы повлияли на 1500 людей примерно? Если они все придут, как вы их накормите? Я думаю, что все не придут, потому что надо брать реалиста. Ну, плов я буду готовить на 300 человек. Поэтому, пожалуйста... Приходите, если у кого я не был поручителем и вы сильно хотите познакомиться, я препятствовать не буду, тоже приходите. Как у нас была славянская пословица, лучше позже, чем никогда. И я вырос этой, как сказать, пословицей. То есть я ее не придерживаюсь теперь. Мне есть такое понимание, немецкая пословица. Говорят, лучше никогда, чем поздно. Поэтому к 6 часам приходите. И есть благородных 15 минут. Если вы в них вложились, пожалуйста. Если вы в них не вкладываетесь, тогда, извините, не приезжайте. Колхоз – дело добровольное. Удачи вам. Спасибо Илье за это. Для детей будет какое-то мероприятие? Да. А для детей будет ли мероприятие? Илья, ты домик привезешь мне? Я вам даю его. Все. А кто привезет, да? А кто привезет, он тяжелый. Да? Хорошо. Ну, у вас куча иммигрантов. Я знаю, вы трак свой даете направо-налево. Все. Может, ребята приедут, заберут. Так что, я думаю, будут прыгалки для детей. Ну, что-то будем делать, какое-то мероприятие для детей, ну и общение. То есть, еще раз, люди, которые познакомились с дядей Вовой на Фейсбуке, и не только на Фейсбуке. Дядя Вова в свои 59 лет открыл Фейсбук, да? 59? Да, 59. Поздно, конечно, вы проснулись. Я думаю, я даже познакомлюсь с теми людьми, которые мне помогли это сделать, потому что я сам не мог этого сделать. И в итоге много людей написали, вы ответили, и вам за это благодарность многие люди. Благодарность Господу, я здесь ни при чем, я только его раб, но, то есть сегодня меня спрашивают во имя Бога, а это личность, которая для меня все. Поэтому милости просим 20 августа
к 5:30 вечера. Приходите по адресу вашего поручителя. И также дяде Вове в этом месяце юбилей. Ну-ну-ну, про юбилей молчи. Но, ладно, но, об этом никто никакого не знает. Юбилея. Все, тогда только приходите на праздник. Один год подписка на... На Facebook. На Facebook, все. Я таких праздников не слышал, но вот отныне будет. Дядя Вова меняет культуру, меняет стереотипы. Да ничего он не меняет, просто он вливается в то, что сегодня уже есть. Точно. Старается не отстать от жизни. И мы всех приглашаем, ребята, не отставайте от жизни. Будьте добрыми людьми, потому что мы живем в городе добра. Проявляйте внимание. Вот это мне нравится девиз Ильи. Город добра. И я это подтверждаю. И мы хотим, чтобы вы в этом утвердились. И чтобы все были такие, как дядя Вова. Ну, увидимся в субботу в 5:30, в 6:15 ворота закрыты. Аминь. До встречи. Точно.